Победа над суетой. Теперь кинотеатр и православный храм видно во всей красе почти с любого места Аллеи Роз. Зеленая зона возле крытого рынка радует и случайных прохожих, и тех, кто сюда специально приходит с детьми. Елена Александровна с внучкой Машей на этой площадке гуляют каждый день. Стало чистенько и пахнет посвежее. То есть хорошо, сейчас стало красиво, цветы насажают. Будет вообще замечательно. Вид здесь стал совсем другой. В центре Аллеи Роз большая клумба. Отсюда же просматриваются сразу два фонтана. И большой у цирка, и тот, что поменьше, на самой аллее. Год назад здесь было шумно. По решению суда на Аллее Роз сносили торговые павильоны. Доходное место появилось в зеленой зоне в 90-е. Тогда в аренду землю взяла коммерческая организация и сдавала ее мелким предпринимателям. В 2013 году срок пользования территории истек. И городская власть под руководством Олега Грищенко решила, здесь будет парк. Самое главное то, что это все в центре города. Потому что у нас сегодня, к сожалению, зон таких осталось очень мало. И как мы называем, старые добрые времена, очень много отдали под застройку, под торговлю. И поэтому сегодня городской власти приходится в течение многих лет постепенно, потихоньку отбивать все зеленые зоны, которые, в общем-то, по закону должны принадлежать всем людям города Саратова. Это первая весна после освобождения Аллеи Роз. Сейчас здесь все цветет и пахнет. Хотя кое-где еще заметны следы ларьков. И некоторых торговцев так и тянет вернуться на привычное место. Динара Дусалиева, Олег Буланов. Новости. Телеобъектив.